Привет, друзья! Мы отправляемся в город Коломну, хотим погулять там с семьей своей, со своими детишками. Хотим посмотреть Коломенский Кремль, что там вообще есть на территории. И оставайтесь с нами, и вместе с нами будете гулять. Вот в Коломне музей боевой славы, стоит танк. Такие вот ракеты. Погода отличная. Очень круто. Войсковые части соединения сформированы в Коломне в годы войны. Музей боевой славы. Очень красиво. Вот находимся в парке. Так вот красиво. Там вот дальше, наверное, храм. Мы сейчас туда подойдем и посмотрим, что там есть. Вон, видишь, нет трамвай, как машина. Так, это храм. Очень красивое место. Никита, это храм, а не дом. Выход. Сейчас мы обойдем вокруг. Это у нас храм. Нет. Смотрите. Блин, он вон где, блин. Так. Ну, торговый центр, паровоз, блин. Такой большой храм. Тут вот выход в другую сторону. Туда, парк взять. Очень большой, тут и много всего. Интересно. Кого-то. Да. Нельзя наступать на кого-то. Давай руку. Давай руку, я буду тебя спасать. Очень эту красиво маму, тут. Гуляю с детишками. Вот еще один такой белое здание. Так это у нас. Ты иди рядом со мной. Я иду рядом с мамой. Вот иди рядом с мамой, не убегай никуда. Так, здесь вот еще один выход. Мы зашли там. Памятник пострадавшим от незаконных репрессий. Тоже находится на территории. Не наступайте. Еще есть вот такой памятник погибшим в Чернобыльском АЗС. Очень, это очень, это вообще на территории этого парка. Огромное количество всяких памятников. Очень интересно. Въезжаешь в Коломну, окунаешься сразу вот в эту вот атмосферу. Это очень красиво. Долго уже домой.
Очень красиво. Я захочу игрушку. Сам назад. Все, припарковались, идем к Коломенскому Кремлю. Место красивое такое, историческое. Очень много туристов. Здание такое длинное, это все монастырь. Так. Очень красиво. Очень красиво. Мы как раз идем. Скоро будем на территории. Спускаемся вниз, вид очень красивый, там вот пруд, там вот. Так, что-то тут еще написано у нас. Память павших ради живых. Очень круто. Место такое очень интересное, историческое. Питер. Пройдем, посмотрим. Дорожка. Очень красиво. Так, мы пришли оттуда. Пришли вот сюда. Идем сюда. Потом, наверное, завернем сейчас, чтобы нам как-то попасть на территорию Кремля. Мы видим перед собой храм. Пока не могу вам сказать, что это за храм. Вот. Так вот, в этом здании находится краеведческий музей. Так. Здесь краеведческий музей находится. Режим работы с 10:30 до 17:00. Выходные дни, понедельник, вторник. Здесь находится у нас музей. Наверное, да, здесь пастила, музей пастилы. Где-то на территории должен быть тоже. Вот. Если вам интересно, я смогу вам потом снять обзор. Пишите в комментариях. Так, обзор этой улицы. А у нас у Амасона такие стекают.
Да, почти. Улица Лажечникова. Давай. Смотри, лошадка. Ты видишь лошадка? Не поколоть, не ходи. Настоящий, конечно, такая. А вон его позвать. Нет, она, видишь, скачет. Очень круто, прям исторический город, историческая улица. Слева улица Казаков находится, мы там были. Я вам уже показывала, что там у нас. Здесь еще есть музей органической культуры, музей. Еще есть художники. Так, музей традиции. Смотрите, что здесь у нас есть. Улица Казакова. Там, где мы с вами были. Желтое здание. Это музей Коломенский патефон. Сувениры. Так. Вот это вот желтое здание. Вот это вот. Продолжаем идти с вами по этой улице. Я не знаю, это вот мы на территории Коломенского Кремля. Огромный храм. Вообще, кстати, вот этот Кремль немножечко мне напоминает Зарайский Кремль, но территория Коломенского Кремля, она, естественно, больше. Так это выглядит все. Зашли где-то с краю, там дорога, здесь вообще дорогу можно вообще обойти, где-то вообще в другом месте. Так, сейчас мы дойдем с вами, посмотрим, что у нас вот там есть. Мы вот не сможем пройти. Нужно уже какой-то с другой стороны. Очень красиво тут. Вот отсюда заезжали. Такая большая стоянка. Там была большая автобусы туристов. Так. Сейчас посмотрим, что тут написано. Историческая информация про художников. И Геннадий Павлович Сорогин. Тоже историческая информация. Кому интересно, почитать. Мы там были. На этом я свой обзор заканчиваю. Еще есть вот такой памятник паровозу. Ты его не прыгай. Пойдем сзади посмотрим. Ну иди тут. Такой вот паровоз.
Всем пока-пока. Приезжайте в Коломну. Здесь действительно красиво. Есть очень много всяких интересных мест, что можно действительно посмотреть. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Пишите тот город, где бы вы хотели увидеть обзор. И, возможно, я вам его покажу. Всем пока-пока.